Конкуренция развивает рынок. Все должны быть в равных условиях. Но, как заявляют коммерсанты, зачастую чем меньше бизнес, тем больше проблем. На бумаге участвовать в торгах, оказывать услуги разрешено всем. Однако не все в одинаковых условиях. На заседании консультативного совета при УФАС привели в пример пассажирские перевозки. Их курируют муниципалитеты, но не всегда честно. Возникает проблема между конкурентами, между перевозчиками. То есть... Иногда получается так, что совпадают графики движения. Иногда предприниматель почему-то вдруг получает более удобный график и отправляет, набирает пассажиров и отправляет свой рейс за несколько минут до своего конкурента. То есть вопросов много. Это один из наиболее проблемных рынков. Есть вопросы к розничной торговле. Местные производители с трудом могут попасть в федеральные сети. Не совсем устраивает так, как строится работа дошкольных учреждений. Для частных – более жесткие условия. Представители бизнеса говорят о том, что проблема в федеральном законе, который очень строго регулирует деятельность частных детских садов в части Роспотребнадзора. Я не уверена, что мы должны снимать такие ограничения. А вы бы захотели, чтобы ваш ребенок ходил в детский сад, где такое лояльное законодательство? Стандарты развития конкуренции – это комплексный подход, потому решать все вопросы одинаково, естественно, не будут. Там, где необходимо, жесткие условия оставят, а где барьеры уже просто непреодолимы, будут выходить на законодательный уровень, чтобы облегчить требования для бизнеса.